В эту пятницу впервые за 5 столетий Папа Римский посетит французский город Марсель. У понтифика плотный график. В пятницу он совершит молебен в соборе Нотр-Дам-де-Лагард. В субботу после мессы на стадионе Велодром Папа Римский встретится с президентом Франции. Кроме прочего, понтифик планирует обсудить вопросы миграции с епископами из 30 стран. On est en train de vivre un moment où il y a du repli. On est en train de vivre un roman noir. Où le repli identitaire est la norme, où on veut s'enfermer, où on a peur. En fait, il nous propose de nous ouvrir et de tendre la main aux plus faibles. Le pape, il propose un chemin, comme d'autres d'ailleurs, qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant, qu'on soit musulman, juif, athée. Слова Папы Римского о необходимости принятия мигрантов странами ЕС противоречат заявлениям и действиям ряда европейских политиков. Так, французское правительство недавно отказалось пропустить мигрантов из последней волны с итальянского острова Лампедуза. For the European Union's to find a way to handle these matters. Одним из главных событий визита Папы Римского станет межконфессиональная молитва в пятницу у памятника погибшим в море. Папа почтит память 28 тысяч мигрантов, погибших с 2014 года в Средиземном море.